А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? Елочка мне нравится! Елочка, блядь, мне нравится! Всем здрэньки былы, граждане и гражданки. С вами я, Маритурус, а значит, вы у меня на канале. И вот таким вот неординарным видео, да, которое сейчас у нас находится в топах, я решил начать свой очередной ролик. Потому что реально я себя чувствую как вот этот дед на видео. Все, в общем-то, потому что вот она, елочка. И да, у меня 10-й уровень, в общем-то, празднования Нового года. Вот у меня мальчишки все веселятся. Но суть-то дело, в общем-то, не в этом. Елочка мне нравится, вот. Но мне не нравится ни хера вот эта вот херь под названием адронный коллайдер. Или как там они, короче. Потому что я хочу собрать, ну, во-первых, начнем с того, что 20, в общем-то, ящиков было мною приобретено. В общем-то, вы видели, я их открывал, и я хотел собрать волшебный Новый год. Я его собрал на 62 игрушки, в общем-то, это было достаточно сложно. Но самое интересное, что из 20 ящиков, у меня, в общем-то, вот они, пятый левел, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, то есть, фиг бы с ним. Ну, в общем-то, у меня собралось где-то практически там 16 или 15 игрушек. Ну, правда, я до этого еще их изготавливал, то есть, первые два дня до того, как вот, ну, как у нас начали продаваться ящики-то от эти, да, первый день там вообще магазин лихорадило, никто их, в общем-то, кроме счастливцев и, ну, счастливцев в кавычках, я имею в виду вододелов, водомесов и так далее, вот, никто их приобрести не мог, вот, но тем не менее, в общем-то, они мной были приобретены, всего где-то одинаковых, там, 15 или даже 14 игрушек у меня выпало, а может быть даже и 13, в общем-то, можно пересмотреть видео и посчитать поконкретнее. Что-то я собрал, и у меня не хватало, в общем-то, я вам раз-два где-то, 3, 4, 5, 6... 7, по-моему, игрушек у меня, в общем-то, не хватало. Вот. И до сих пор, как вы видите, у меня 3 игрушек 5 левела нет. А все почему? Все очень просто. Потому что, например, я каждый день выполняю эти гребаные боевые задачи. Собираю эти гребаные игрушечки, вот, которые выпадают в основном 1-го, 2-го левела. Чтобы 5-е выпало, это, наверное, что-то должно с небес упасть, какая-то комета или что-то еще. Ну вот, в принципе, сегодня я выполнил почти все. У меня, в общем-то, не выпало всего 3 ящичка. Ну, я их попозже добью. Вот 11 ящиков. Ну, давайте откроем, посмотрим, что же у нас выпадает. Какое чудо. Итак, 4-й самый высший, 3-й, 4-й, 4-й. Ну, сегодня прям, знаете, какой-то праздник. Потому что целых аж 3 игрушки 4-го левела выпало. И что еще? 4-й, 4-й, 3-й, 3-й. Ну ничего себе. 4 игрушки 4-го левела. Ну, понимаете, что 5-й, конечно же, нет. Нет, нет, и еще раз нет. Может быть, конечно, в тех 3 ящиках, которых я еще не собрал. Разбить к чертовой бабушке осколки. 900. Ба-бам! 1050. Ну, может быть, конечно же, из ящика, в общем, из 3 ящиков, которых я еще не добил, вывалится там 350... Нет. 400 осколков нужно еще, да, чтобы собрать игрушку 5-го левела определенную. Ну-ка. Раз, два... Крибли, крабли, скрабля. Ну да, в общем... Еще 400 нужно. Ну, 390. Вряд ли выпадет 390 очков из 3 коробок. И я уже целую неделю, то есть, ну ладно, не буду говорить, что 7, 6 дней каждый день разбиваю гребаные игрушки. И 7 дней я пытаюсь скрафтить игрушечку под названием там вот
Где-то ту бишь она. Стол там очередной. Есть шахматный сеанс одновременной игры, а есть волшебный ужин. Вот я пытаюсь скрафтить 6 раз подряд волшебный ужин. 6 дней я, короче, дрючу этот гребаный сломанный коллайдер. И он мне все время выдает, чтобы вы думали, да, сеанс одновременной игры. Да в жопу я хочу послать этот коллайдер вместе, в общем-то, с теми обкуренными разработчиками, которые он это делал. Потому что реально просто уже бомбит. Я нафиг лучше открою старую коллекцию и доберу, например, китайский Новый год. А у меня всего-то ничего осталось здесь. Раз, два, три, четыре, пять. То есть чуть больше 1000. То есть сегодня я открою китайцев. Завтра я смогу открыть, в общем-то, что тут у нас еще? Традиционное Рождество. И послезавтра я открою семейное Рождество. Да, конечно же, это, в общем-то, я потрачу, конечно, еще 3 дня, 4, ну пусть даже 5, если что-то мне будет мешать. Вот. Но я сделаю еще 3 стиля, которых я не добрал в прошлом году. А на этот год я, наверное, все-таки положу. Так вот, елочка, мне нравится! Короче, если у вас также бомбит от этого адронного коллайдера, то пишите в комментариях, вы скрафтили хоть один стиль, вам подвезло, или может вам из ящиков выпало все на свете, ну то есть я имею в виду все игрушечки, потому что меня в этом году Новый год что-то как-то не посещает, обходит, так сказать, любовь, елка повернулась ко мне задом. В общем, всем, кто смотрел, обязательно ставьте лайкос, чтобы как можно больше людей увидело, и чтобы у них потухло бомбичество, и пусть они лучше соберут коллекцию. Ну, потому что реально, посмотрите, игрушка 5-го левела старой коллекции стоит всего лишь навсего 240, представляете? Вот, посмотрите, всего 240 в осколках. То есть, в один день можно скрафтить, в общем-то... Ну сколько тут? По 240, если 1000. Ну 1400, 1300 у меня выпадет, значит 5 игрушечек вполне можно будет скрафтить. А если вдруг вам еще что-то будет хорошее выпадать, то может быть даже и больше. Ну в общем-то, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте обязательно лайкосы, оставляйте комментарии, даже мякните колокольчик, чтобы новые видосы приходили вам, в общем-то, впереди всей планеты. От меня. Ну, короче, всем удачи, всем пока и до встречи.